Мне кажется, ты из тех, кто готов приобрести кот. Может быть, ты найдешь этому применение когда-нибудь. Не забывай, удача переменчива. Новинки. Если что-нибудь украдешь, я сделаю тебе больно. Меня ранили! Невообразимое богатство! Вас ничто не спасет! Мне не хватает энергии. Нас ждет могучий противник. Победа!
нужна энергия. Иногда я сам себя восхищаю. В Альросском манускрипте говорится, что Азмодан – самый одаренный полководец среди демонов. Он одержал множество побед над ангелами в Пандемонии в ходе вечного противостояния, а также одолел великие воплощения зла во время войны между демонами. Если владыка греха решил вторгнуться в наш мир, то нам грозит великая опасность. Откуда только берутся такие твари?
помоги нам! Не оставляй нас здесь! Успокойся. Я вытащу вас из-за... Слава богам! Несчастные души! Как мне отблагодарить тебя? Ты в безопасности. Что, не ждали? Это только разминка. Только разминка. Это только разминка. Могила вас заждалась. Видели бы это мои учителя. Вы посмели напасть на меня? Слава тебе! Меня не остановить! Меня не остановить!
Иногда я сам себя восхищаюсь. Не ждали? Ну как вам это? Только не делай. Ты не первый, кто здесь умрет. Я повидал немало героев вроде тебя. Всегда веселее сражаться рядом с другом, не так ли? Вы посмели напасть на меня? О!
Вот она, возможность прославиться! Разгорается ярче. Вас ничто не спасет. Не нравится мне все это. Посмотрим, кто пустит больше крови. Живее! Здесь опасно. Эй, здесь что-то есть! Ох уж эти твои находки, Альберт! Благодаря тебе. Здесь ты.
Это ты хорошо придумал. Эй, господин, у меня тут новые штучки есть. Посмотреть не хочешь? Покажи! Меня не остановить. Всегда хотел с таким сразиться. Я слабею от ран. Какое чудовищное создание!
Ну как вам это? Стал сильнее. Не остановить. Ничто не спасет. Могила вас заждалась. Не остановить! Я возвращаюсь в город. Ты прав.
это сработает. Жалкие, ограниченные создания. Вначале они не слушали меня, словно не замечая моего величия, а потом и вовсе решили убить. Сперва Харадрим, эти болваны, а затем Нефалем. Если бы только он послушал... Нам бы служили все ангелы и демоны. Мы бы держали их на поводке. Наверное, я слишком суров к этим людишкам. Просто мой разум слишком велик для их понимания. Желаю тебе. Видели бы это мои учителя. Это только разминка. Вас ничто не спасет. Стану настолько силен. Я исцелен. Это только разминка.
Меня не остановить! Энергии слишком мало. Иногда я сам себя восхищаю. Иногда я сам себя восхищаю. Мне нужна энергия. Не ждали? Ну как вам это? Иногда я сам себя восхищаю. Страж портала. У тебя все...
Меня зовут Ур. Когда дри... Если у тебя есть подвиг... Чем могу помочь? Пора возвращаться. Поразительно! Великое свершение! Смерть избавит тебя от безумия, Леорик. Предатели! Даже после смерти армия Хантараса будет повиноваться своему королю! Даже если вы не будете! Осмелился осквернить мой свет теплом жизни. Нелегко их будет убить.
Мне тяжело находиться в замке, который сейчас является нашим домом. Но юный Альбрехт, кажется, чувствует себя в нем весьма уютно. Может быть, причина моих страданий в переизбытке флегмы в организме после переезда? Меня не остановить! Занимайте холм, братья мои! Не позволим этим псам захватить его! Слава тебе! Нашим врагам несть числа, но мы не сдадимся без боя. Нужно задержать их здесь, пока ключи от священного храма прячут от предводительницы демонов Нерезы в укромном месте. Нельзя терять стойкость духа даже перед лицом неминуемой гибели. Это только разминка! Это только разминка.
Убежден, что моим разумом пытается овладеть какой-то демон. Я слышу голоса, отдающие мне зловещие приказы, и порой теряю контроль над собственным телом. Лазарю это, несомненно, известно. Иногда он странно смотрит на меня, когда думает, что я этого не замечаю. Иногда я сам себя восхищаю. Это только разминка. Иногда я сам себя восхищаю. Во имя всего святого, ты только посмотри! Это был достойный соперник. Хочешь украсть мои сокровища? Тебе не уйти отсюда! Сегодня смерть мне не грозит. Тебе разгорается ярче. Иногда я сам себя восхищаю. Слишком мало. Иногда я сам себя восхищаю. Сила вас заждалась. Спасибо.
Могила вас заждалась. Иногда я сам себя восхищаю. Ну как вам это? Стал еще могущественнее. Когда мы вернулись домой после сокрушительного поражения в Вестмарше, горячо любимый мною король полностью потерял рассудок. Он метал громы и молнии и называл нас всех изменниками. Сдерживая терзавшую меня боль, я был вынужден убить его. Наши враги сильны, но мы не сдадимся! Иногда я сам себя восхищаю. Что, не ждали? Видели бы это мои учителя. Меня не остановить. Я еще не могу это открыть. Могила вас заждалась. На восток ушло 427 крестоносцев. 341 крестоносец вернулся. По-прежнему ли стремятся они вернуть свою веру? Как они воспримут то, что город, в котором зародился их орден, разрушен? Пойдут ли они дальше на запад, в Вестмарш? Что предвещает их возвращение? Ну как вам это?
Вы посмели напасть на меня? Могила вас заждалась. Когда-то я был одним из них. Серым, неприметным. И вот однажды я услышал голос, открывший мне мое предназначение, мое призвание — убивать всех, кто осмелится потревожить госпожу и темные силы, что ее сотворили. Я избранный! Вы посмели напасть на меня? Кто бы мог подумать, что я стану настолько силен? Иногда я сам себя восхищаю. Вас ничто не спасет. Вы посмели напасть на меня? Советник Иман, самое важное сейчас — обезопасить замок от тристрамских изменников. Выход из пещер, находящихся к востоку от него, расположен слишком близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился подчинять пауков своей воле. Это может оказаться полезным. Это был бастион.
Закаруниты навлекли на себя позор! Самый крупный из приближенных Азмодана. У него по меньшей мере 4 рта. Несмотря на то, что главнейшее оружие Кхома — это его зверский аппетит, его слизь и другие испражнения представляют не меньшую опасность. В последний раз владыка Чревоугодия проглотил в бою полдюжины ангелов вместе с копьями.